Добрый день, вечер, добрый, дорогие друзья. Сегодня я снова на телефон. Все, снимаю. Очень непривычно, очень неприятно. Сегодняшний мой день начинается с необычного завтрака. Если что, всем приятного аппетита. Ребята, я варю грибсы. На самом деле для того, чтобы они чуть-чуть помягче стали. Вот я беру вилочкой, их перемешиваю. Посмотрите, сколько грязи, бяки всякой собирается на грибсах. Я считаю, что грибсы нужно мыть хотя бы время от времени. Если вы хотите уточнить за рецепт, то это не ко мне. Я не знаю, я наугад варю. Минуток 5, и пока... Я просто пока собираюсь, я их закинул в водичку, и вот жду, пока они наварятся там, чтобы потом с кайфом их прилепить. Вот, сегодня последний день в Калининграде, Беларусь, поэтому мы сегодня поедем покатаемся. Надеюсь, что-то для вас поснимаем. И, так сказать, проводим белоруса. Кстати, спасибо большое Кириллу, что подогнал мне вот такое вот чудо. Я теперь как красавчик. Под трусы подходят, йоу. Ребята, подарите мне, пожалуйста, грибсы. Я, походу, где-то остал в развитии и не знаю, каким образом. Случайно порвал грибсу. И что теперь делать? Я не знаю. Я не хочу так кататься, йоу. Профессионально ремонтируем. No. Реклама no. Ну. Все, выдвигаемся к этот скейт-парк, йоу. Ха. Вот он пупс. Йоу, забрался я на отцовское место. Big Ram. Скейт-парк поутру, как всегда, пупс. Красиво. Пиздец, такой ебень. Вот шьет себе охуевшую одежду. Но, сука, в такую жару, в ебучей шапке, блядь. Из чего? Из этих, блядь, из трусов. Вот мы, блядь, вот он, блядь. Сука, как я тебе завидую, что у тебя камера пиздатая, сука. А GoPro где? Въебало, все, я не хочу на нее снимать, мне не нравится. Это, смотри, вот тут у меня что-то дребезжит, а тут у меня грибсы порвались. И потом бац, и вот та просто пополам разошлась. Зажигалкой. Можно? Ну да. Не. Илюша приехал, вот, и я вот к этому камеру достал, то что вот, вот так вот. Я дальше самокат потребухать. Подарите мне грибсы, пожалуйста. Он летает вот на этой штуке и делает ебанутые трюки. Ты что, ебоп? А ты что не на парах? Yo, real street man. Ёбаный рот! Блять, доигрался, сука, чё ты гадал там? Ебать ты, ты так красиво. Я поймал в воздухе, блять. Ты так красиво сделал. Приземляется и просто вылетает на спину. Ебень. Я ж тебе сказал, не делай жесткие трюки. Она заварена, блядь. Но она была трещина, вот тут резко идет, типа вот так нахуй по стакану. Но он сам ее варил. Я приехал к маме на работу, на. И что ты теперь? Ну, дерьмо. Блядь. Еще на пару с этим говном идти, нахуй. Слава богу, она там не... Я прям еще съезжаю, я чувствую, что у меня вот так самокат на меня уже, все, пизда. Вы не поверите, я только хотел взять телефон, заснять его попыточку. Он сказал, будет делать барфингер. Сделал, в воздухе словил и у. Может, это? Знаете, в кадре. Ага. Что? Делал я барный фингер, приземлил воздух. Да это мы знаем, ёпта, ты сломал доску, мы поняли. Я сломал доску, сейчас прошу у Пети, чтобы он мне подарил новую, знаете, фаргу. Пожалуйста. Так, перезаписываем. Чё ты рассказываешь, что ты? Илюха сейчас закинет самокат в машину и сам на пары съебётся. А ко мне приехал белорус, и мы будем с ним это. Вон я на его самокате уже. Жестичу. Может, за шараги докинешь? Йоу, как вы поняли, мы на мы на море. А потому что в скейт-парке жарко, душно, нам невозможно кататься. И мы решили рвануть до моря. А тут у нас есть памп-трек. Мы сейчас идем на поиски памп-трека. Ебаный роуд. Ну ты сбеги красиво. Мы окунулись. Снимать это не стали, потому что очень шумно на море. Ветер невероятно сильный. А здесь очень приятно, хорошо. Как в джунглях, короче. Реально. И хуёво жить. Что мы не туда вышли? В смысле, не туда? Ну, обычно там с помп-трека вроде прям вот было. О, нихуя, тарзанка! А ну, повисни на тарзанке. Как же ты снимаешь? Капец, это круто.
Пошли вам трек смотреть. Ща. Да как разогнать? Памп-трек этот. Я бы его даже памп-треком назвать не могу. Я, по-моему, за всю жизнь один раз здесь катался. Этот памп-трек и платным делали. Что с ним только не делали. Ну, короче, нынче ему что-то совсем плохо стало. Вы посмотрите. Ну, это пиздец какой-то. Не, классно, что он прям на море так находится. Но не знаю. Надо. Надо? Надо кататься. Да, печет прям, хорошо печет. Ну, мы, короче, это на памп-трек приехали, йоу. Просили на памп-трек. Кто-то мне писал, что Петя, приедет в Зеленоград на памп-трек. Мы приехали на памп-трек. Опа, небольшое напоминание вам о прекраснейшем магазине самокатных запчастей Сквер. У меня тут еще лежит самокат Илюхи. Надо будет ему его отдать. Ебать зрелище, конечно, чел в трусах на двух самокатах. Короче, так как Кирилл сегодня последний день в Калининграде, мы вообще решили только на самокат не отвлекаться, а просто делать, что хотим. Вон, Кирилл захотел на море съездить, искупнуться. Съездили, окунулись. Ну шо, вот. Ну, выглядишь демонически. Поехал. Что за хуйня? Стой, дай в другую сторону, у меня же другая, стой. Не, нихуя не смотри, буквально заебался ехать. У меня только ноги болят. Это фитнес какой-то. Ехай, делай трюки какие-нибудь жесткие. Я? А я что ли? Это просто пиздец. Бля, я могу попробовать с вами с одной рукой проехать. Вы, может, так ощутите всю ситуацию. Тут еще песок, грязь. Вот это пиздец просто. Шок. Асфальт неровный. Шок. И вот здесь настолько резко, что даже непонятно, куда вылетать. Не, ну ты демон. Ладно, я на самом деле очень грешу. Польша, памп-треки вообще ни разу не лучше. Здесь, конечно, он весь объебанный и вообще не продуманный. Но в Польше, я вам говорю, ребят, вообще не лучше. Просто мне кажется, этот памп-трек старый. И он свое уже изжил. Ебать ты кадр. So, let's go to the home. Ну все, мужчина. Одевай шорты, ты уже высох. Зато прикольную велодорожку сделали. Прям напротив моря, считай. Едешь, катаешься. Блин, на велике, наверное, было очень круто было бы проехать. Она идет через все морские города нашего города. Вон там этот Вупсин катается. Но я на самом деле не на велодорожку. Я просто не успел прокатиться на тарзанке. А там впереди море. Ебать, тут кадр какой красивый. Нормально? Кира! Домой спешим. Домой надо. Йоу! Мы все накатались, накупались. Выезжаем обратно в Калининград. Садись, залупа, нахуй! Садись! Че? Садись! Все, мы, короче, с вами на связи. Если будет что интересное, мы будем снимать.